My spring holidays. Let me tell you about my spring holidays. I was at home most of the time. I was playing computer games and using the internet all days. However, I went for a walk sometimes. I had a good time with my friends. I really like spring because it's much warmer than winter. I hope next spring I'll go to England to study English. Мы только что с вами посмотрели некоторые полезные фразы, которые вы можете использовать в топике My Spring Holidays, мои весенние каникулы. Давайте разберем некоторые конструкции. Значит, смотрите, в разговорной речи очень часто используется такая конструкция, как let's, давайте, или let me, давайте, позвольте мне что-то сделать. Let me tell you about, позвольте мне рассказать о чем-то. Дальше, обратите внимание, что в третьем предложении мы используем продолженное время, продолженное прошедшее время, past continuous. I was playing computer games and using the internet all days. Мы как раз подчеркиваем длительность действия с помощью all days. Конечно, можно было бы просто сказать в past simple I played computer games and used the internet, но в принципе, если мы хотим подчеркнуть опять же длительность действия, целесообразно употребить past continuous. Также в топике очень важно примастировать свои знания по английскому языку, то есть должны быть различные временные конструкции, а не только present simple или past simple, как это часто бывает. В четвертом предложении употреблено вводное слово however. Такие вводные слова делают нашу речь более естественной. Какие другие вводные слова вы знаете? К примеру, в начале first, во-вторых, secondly, или second, можно было так сказать, не first, firstly, second, secondly. Тем не менее, however, очень ходовая фраза. То есть, опять же, в топике старайтесь разнообразить ваши предложения какими-то интересными конструкциями, связками. И давайте посмотрим вторую часть топика. Значит, have a good time. Хорошо проводить время. Обратите внимание, что time – это неисчисляемое, и обычно мы не ставим артикль, но это выражение have a good time, где именно необходимо употребить непрерывный артикль «a». We had a great time there. Мы прекрасно провели время там. В шестом предложении используется сравнительная конструкция «much warmer than». И в седьмом предложении вы видите идею завершения вашего топика. Употребляется обычное будущее время. Вы увязываете то, что вы провели, да, how you spend your spring holidays, как вы провели ваши весенние каникулы, вы увязываете с вашими планами на будущее. Вы говорите, I hope next spring I'll go to England to study English. Я также могу сказать, что I hope you learn English very quickly. Я надеюсь, что вы выучите английский очень быстро. Естественно, надеюсь. Всем спасибо за внимание, до встречи в новых уроках. Bye-bye!